Київ інтерактив. VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем Дала Крем, Крем до бенду нашого міста щоп'ятниці о 21:30 на Київ FM та на нашому YouTube каналі. Київ інтерактив, вітаю, кияни. Традиційно цієї пори у п'ятницю. Наше шоу із Світланою Василенко, яке має назву Київ інтерактив VIP». і саме у цей час збирається тут двоє. Я Карсуня, і він розумний. Я най... Це навпаки. Так, да, взагалі це навпаки. Красивий, да. Да, тому сьогодні я найкрасивіший розумник поруч із Світланою Василенко. Сьогодні він щось зробив своїй лисині, тому що вона чомусь не блищить. І, і навіть я не, знаю, не намагався зняв. її припудрити. Абсолютно я хочу сказати. Окей, okay, але в нас завжди дуже цікаві гості, неочікувані гості, яких ви, власне, не можете побачити і почути у такому форматі більше ніде. І сьогодні дійсно дуже цікавий гість людина, яка поєднує в собі. Здавалося б, те, що поєднати практично неможливо. І коли я почув, що, а, що власне ця людина ось має всі ці характеристики і ознаки, я подумав, що це просто ну, чесно, якийсь Джекпот. Це прикол. Прикол? прикол, прикол Чому чи... ну, прикол це? Або прикол, або Да. Отже, сьогодні у нас в гостях людина, яка є музикантом, викладачем єврейських традицій, він раві. За освітою, і власне він, друзі, читає реп, скажемо так, пінхас звати людину, так. яка сьогодні у нас в гостях. Привіт тобі. Привіт, всім привіт. Да. Ну і власне треба сказати, що ти до нас приїхав із сусідньої Білорусі. Так ти виріс там? Чи це теж якась частина твого культу... культурної спадщини, як то кажуть, культурного навчання? Я вырос в Беларуси, я родился в Беларуси и 17 лет там прожил, пока потом не начал свое путешествие уже за границу, учился в нескольких странах, но в принципе я там и вырос и впитал э, даже много чего из культуры не только, э, то есть как бы я, уч, я учился в еврейских заведениях э, тоже с школьного возраста, но мы изучали белорусский язык и много белорусской культуры, я так, также использую в своем творчестве. Власне, ну тоді, оскільки ти поєднав у собі дві культури: і білоруську, і єврейську, я Хочу, щоб ти зараз з нашими слухачами привітався білоруською. Мені надзвичайно подобається, як ця мова звучить, і сказав Привіт на євриті. Привітання на білоруській мові. Так ми кажемо на євриті, це буде шалом. шалуусив вид пинхасацеп псевдуним так пинха на самом деле это естькая традиция давать детям еврейские имена в принципе когда-то только такие имена и давали со временем во время советского союза в Пытались найти такие имена, которые меньше звучали по-еврейски, поскольку возникали куча вопросов и проблемы, и потихонечку э, евреи стали давать уже имена, которые были похожи на еврейские, только звучали по-русски. У меня по паспорту есть другое имя, а поскольку меня родители так не назвали по-еврейски, я вырос в э, светской семье, то когда я увлекся традициями, я взял себе это имя. Ну, есть целый ритуал, как брать это имя, но я взял себе имя «Пинхас». вот и поскольку я увлекался когда я стал заниматься музыкой то искал какой-то себе псевдоним то я просто взял пример э, пример с музыкантом американского музыканта и исполнителей это так скажем такого стиля хасидки реги которого звалиматиссяу э, то есть он использовал какой-то еврейское имя как, также же как все псевдоним сколько никому не известно тем имя оно интересно звучит я взял вот так же как и сценически э, такска образ и имя и Ну, Пинхас, это и... из рода левітів, если я не ошибаюсь, а так, это из Витты. В принципе, да. Я, на сам... я и на самом деле по родословной попапе, так выяснилось у меня, рассказал в какой-то момент, что я происхожу по этой родословной, иду, и когда я брал это имя, я тогда об этом не знал. То есть, можно сказать, что это просто сверху какое-то раскрытие такое интересное. У нас совпадений не бывает, мы знаем. И я хочу сказать, что я это имя проверял у iTunes, Spotify, и всюду, власне, немає больше виконавців в музыкальной индустрии с таким именем. Ну, я думаю, не так добре всі знають єврейську культуру, особливо давню. До речі, а звідки виникла ідея у світській родині? Ну, коли це там родина, яка дотримується релігійних традицій іудаїзму, і світська родина, звідки у світського хлопчика виникло бажання вивчати свою культуру походження? На самом деле было бы очень интересно, если бы это случайно возникло, но э, я учился в еврейской школе в там 1997 году приехал Равин в город к нам и открыли частную школу и были там классные условия такие то есть как бы родители не совсем хотели конечно любые советские родители они стараются градить своего ребенка от разных так сказать внешних каких-то влияний от религии но школа она на самом деле не была какой-то религиозной просто имела уклон может в сторону еврейских традиций и они меня туда дали я скажу, за период всей этой школы я был далек от еврейства. Просто знал вкратце, что это такое. изучал какие-то еврейскую историю, например. Это только уже спустя, потом уже, когда закончил школу и уже учился в университете. Э, обстоятельства, может, какая-то внутренняя тяга, она меня все время толкала. У меня был такой сильный интерес узнать определенные вещи, что я просто даже прямо посередине университета взял академический отпуск, уехал э, в Нью-Йорк. Мне просто друзья предложили классное место, притом Нью-Йорк, все родители были только за. Они думали, что я там пойду в колледж, а я пошел. там осядешь и будешь там... Будешь еще, сведомым. Да? А, до речи, чего не залишился в Нью-Йорку? я после Нью-Йорка еще поехал, продолжал учиться в Израиле. Это было как часть моей учебы. Я просто понимал, что то, что я начал учить, если я не закончу, то как бы мне вот... Вот у меня... Что мне вложили родители, это надо получить какой-то диплом. Это корочка, это такой, не знаю, советский такой подход. Можно в, так сказать, в Ешиве, такое еврейское религиозное заведение, можно учиться, в принципе, много лет, если ты это не с детства делаешь. Потому что знаний много. Представляете, сколько здесь Талмуда, сколько есть святых текстов. в которая только то, что мы знаем, это только... Э, есть много комментариев в десятки раз больше. Вот. И когда я понял, что на самом деле все глубже и интереснее, и хотел получить как бы законченное какое-то образование, получить степень равина. Вот. И я выбрал поехать в Израиль, потому что... Было несколько нюансов сейчас вспоминать и менталитет мне немножко не подходило я думаю может вернуть во- первых был мне открыт америка я был там студентом я мог всегда вернуться также студентам продолжить там учиться хотел для себя открыть как бы новые как сказать новые страны хотя израиль как бы ну можно сказать для меня это было все равно новая страна и никогда там не жил и хотел уже использовать и знания которые получила в америке ну еврейские вот, знания используется их уже на святой земле но было тяга я опять же всеми вот, как-то зов внутренними меня кто-то ведет я так за ним еду пока что слава богу получается все в украину все-таки повертает бы сюды да до словян да так в принципе я же и вернулся в беларусь потому что у меня жена тоже с минска и мы учились в одной школе вообще так получилось и Я столько, я тоже искал себе вторую половинку в разных странах. А приехал в Минск и... И знайшов ту, з якою вчився. Щоб знайти, треба повернутися. Вот. Таким образом, мы жили просто в Беларуси, а как сюда попали, если интересно, я могу тоже рассказать. Да, вот что привело тебя в Украину? Как ты, ты же с всей родиной да, приехал? Рассказывай, давай. Очень просто. Та же музыка, которой я занимался как раз еще с детства, но она особенно у меня развернулась в период обучения как раз в Ешиве, вот в Нью-Йорке, в религиозном месте. Именно как раз-таки отсутствие чего-либо, оно тебя толкает к тому, чтобы ты к поиску чего-либо, да? То, что тебе не хватает. И поскольку, когда человек начинает учиться но в религиозном заведении, в моем случае вот в еврейском, да, нужно было от чего-то отказаться. Понятно, что такой же образ жизни, который у тебя был до сих пор, если ты будешь так же себя вести, ты ничего нового не возьмешь. То есть как-то надо было оставить... Вот музыка, она очень имеет серьезное место вообще в иудаизме, поскольку она влияет на душу человека. То есть даже описывается, что мы получаем частичку души того, кто вкладывает в музыку ее другого человека. Как бы это ни звучало, есть серьезные песни. Не серьезные, но зачастую так происходит. Эмоции. И поэтому, как бы есть ограничения, конечно, не все можно слушать, и как бы ты сам это постараешься измениться. вот а, а У меня была большая тяга к музыке что-нибудь делать. Я заказал там гитару, помню. По интернету мне прямо привезли ее к, к дверям. Я взял гитару, и начал сразу писать тексты. Когда-то писал в школе ну, такие простенькие, а я стал, у меня появилась идея писать о том, то, что я там делаю, то тот быт, который людям вообще не известен. Вот спросить людей, мы даже мои друзья еврейские, ну как бы они еврейские просто, потому что они по национальности. Спросить, что делают ешиве, что делают религиозные, было такие стереотипы, что они целый день молятся, молятся, э, как кто-то говорил, бьется, бьют с об стенку, да. То есть, но я всем показал, у меня Синяков нету, да, значит не так загримование вот но это такие знаете я у меня наверное эти стереотипы были у меня и у меня было желание их разбить и поэтому я а как подать Человеку пытаться объяснить оправдываться что там совсем все по-другому ну кто тебе будет слушать а музыку люди любят через музыку можно передать почти принципе все что угодно то есть через эмоции ну вот у меня появилась идея стал я тогда просто пытаться пытаться писать те тексты там на основанная на на быту которая там у нас был или то что изучал просто простить для народа вот и И как попал в Украину, я стал исполнить. В конце концов, люди определенные круги стали меня приглашать выступать. И вот пять лет назад меня пригласили сюда на праздник Ханука такой веселый праздник э, веселый это светлый праздник, который многие знают, э, и не обязательно евреи. И меня пригласили сделать небольшой тур сделали по городам Украины, по еврейским общинам. И вот как бы я, проходя через общину одну в, в, в городе Киев,. Это бывшая Донецкая община, которая Равин он основал здесь. К сожалению, он там больше быть не может по многим причинам. И э, он пригласил меня работать, поскольку все равно имеет образование. Музыкой я потихонечку только начинал зарабатывать. Поэтому я принял это предложение, и я не жалею. Я общаюсь со многими людьми. Я использую музыку для общения и преподаю. И я даже веду молитвы, где, в принципе, есть тоже практика музыкальная какая-то. То сколько ты в Жироке в Украине? Это уже пошел шестой год. А отримати украинское гражданство? Было бажання? Бы это вот здесь все друзья, все знакомые. Мне просто интересно, когда человек где-то живет очень-очень долго, как бы там где-то в Лондоне. Да, где -то, где -то, рано или роки... поздно, постоит вопрос, чи Стать гражданином страны, чи повертатися домой. Или ехать еще куда-то, поскольку ты так подорожуешь, где набираешься каких-то знаний. Смотрите, несколько лет назад я еще думал вернуться. Сейчас у меня большие сомнения. <рес> через політичні моменти, вообще не трогаем. <рес> Ні, до речі, ти розказав, що ти так за покликом серця рухаєшся. Нью-Йорк, Ізраїль, знову повернення на батьківщину. Тепер Україна. Чи виникають думки? А можливо ще якась країна, де я ще повинен щось отримати? <свят> — э, Смотрите, на самом деле мы едем, как бы вот, э, вообще есть такое понятие, евреи не всегда как кочевой народ, но уже много лет, конечно, они осели в определенных странах, и, э, как говорится, евреи на самом деле, вот я тоже, я, это, я по себе это знаю, в том месте, где он находится, он впитывает ту культуру, иногда даже больше, он за нее борется больше, чем местные, э, так сказать, э, жители, да, известные музыканты, там, певцы, философы, я... меня тоже это схватило тоже касается белорусской культуры просто к сожалению в беларуси именно сама белорусская культура очень слабо развивается Там большое российское влияние ну не будем обсуждать это но яобщаюсь с музыкантами белорускамии этот и я тоже как бы с детства почему-то вот я пишу песни на белорусском языке не так много поскольку все-таки круг не все понимают а я хочу хватить большую аудиторию вот и Все возможно. Поэтому, если будет предложение по работе в других странах, я могу уехать. Но честно, конечно, вот за эти годы у меня образовалась какая-то связь с Украиной. Я не знаю. Вот у меня был выбор когда-то. Честно, я вот искренне вам скажу. У меня был выбор. Я успел в Москве поработать. И поучиться там, да, и поработать. Но у меня... Я тогда знал, что если будет выбор между Москвой там, и Киевом, неважно, каким-то городом в Украине, я выберу Украину. Я... Это не лезть стопроцентно, я не знаю, почему. Вот так. Мне кажется, просто Украина ближе к Беларуси по, по каким-то моментам итету хотя россия только влияет поскольку это был советский союз мне кажется только из этого осталось влияние ну и там какой-то какие-то экономические союзы я вот как раз таки политику не лезу я и плохо разбираюсь с ней я чисто как чувствую я чувствую мне здесь комфортнее значит здесь мне комфортнее то Много друзей из Днепропетровска. Я учился в Ешиве, где в Америке. Это было, так сказать, половина, наверное, той Ешивы. Ну, там немного, она небольшая, там человек 25 в среднем. Постоянно был поток, там текучка такая. Половина людей было в тот момент из Днепропетровска приехали. Поэтому я так с ними сошелся. У меня друг с Харькова хороший, который еще в участии в Москве рассказывал про Харьков так сильно. Каждый человек так рассказывал про свой город вот в Украине, что прямо мне, когда я туда приезжал, мне нужно было сфотографироваться напротив вокзала, просто показать, я тут. Я тут был. Мне просто сам Самому хотілося це побачити. Люди так розказують красиво, що це просто ж Тому Поэтому зараз я не знаю, будемо зможути. Чим більше десь знаходишся, тим більше сьогодні. Ну, я з думаю, місті. до того моменту, поки ти я зараз таку невелику таємницю відкрию: живеш на Подолі і працюєш на Подолі в історичному центрі да, столиці, то власне я би звідти Там, не мали. Там, де історично єврейська община була найбільшою у Києві. От, ну, я якби жив на Подолі, я б звідси б... взагалі б нікуди не поїхав. Взагалі ні за які гроші. десь ні за які гроші. Що тебе найбільше дивує в Україні, в українцях, і що було для тебе певним, ну не знаю, культурним шоком? Я еще заметил, когда впервые. ну, я, я на самом деле ездил часто через Украину, пролетал в Беларуси. Когда я учился, у нас здесь были такие культурные миссии, э, когда нас, как студентов, посылали проводить праздники, именно почему-то в Украину тоже меня приглашали. То есть, как бы выбора большого не было. Но то, что меня поразило, когда я выступал, это был по-моему 15-й год, э, декабрь, праздник Ханука это то есть праздник, э, чуде, которое произошло много тысяч лет назад в храме, в Иерусалимском храме, когда там римлян... я вкратце просто скажу, что было интересно. Многие люди, я думаю, слышали, когда был разрушен, не разрушен, при римляне захватили храм, осквернили его, и потом там семья как раз священников их победила, и не было, был, есть заповедь зажигать в храме минору, светильника определенно не было, масло, которое специально предназначены, и они нашли один бочонок, которого хватило на 8 дней, хотя его должно было хватить на один день. Вот. Это праздник света, и обычно его принято есть такой даже заповедь, чтобы это как реклама этого чуда. Показывает, что на самом деле там много очень нюансов, это относится не только к евреям, о том, что Всевышний управляет этим миром и так далее. Надо изучать, но ну, интересно на самом деле. Вот. И принято всегда зажигать на улице публичные вот эти светильники, чтобы любой человек, проходя мимо, смотрел, задавал вопросы, там вокруг какие-то проводить мероприятия. И вот мы на улице, где-то в Николаеве, я помню, проводилось это мероприятие, какие-то девочки ходили. Это еврейские девочки, но это местные, так сказать. Еврейские, опять же, только по национальности, но менталитет местный. Они подходили к людям, все улыбались, не раздавали эти светильники маленькие, просто как подарки. Какие-то раздавались принты, в масляную, эту жирную еду есть, пончики. Приехал мэр, со всеми обнимался, там, всех поздравлял, и все такое весело, все и так открыто. Я просто, ну, я привык, что в Беларуси, как бы, там, чтобы где-то зажечь что-то, ну, вот это вот светильник, надо столько пройти инстанции, в конце концов, можно за забором только, но чтобы оно там не вылазило, столько, ну, короче, и как-то более люди скрыты, и, и... Меня вот это поразило открытость настолько, что просто... Я скажу больше, у нас минулого року впервые взагалі на украинском телебачении, на телеканале Киев, на радио Киев была запалена минора, и она горела у дни свята. это круто, это очень, очень круто. И вот это меня на самом деле тогда поразило, и оно приятно. Опять возвратился, но как бы я... Не, я люблю на самом деле белорусскую культуру и много белорусов друзей. Это не то, что я говорю, что где-то лучше, но то, что мне понравилось и поразило. Есть еще одна штука, которая меня поразила, не связана с культурой, а с культурой культурой поведения на дорогах. Но это поразило меня в лучшую сторону. Серьезно? Тут? В Украине? В Украине? Я, кстати, по доехал, мы не раз в 50 какой-то матюк у и пофафакал. Я к вам ехал, таксист сегодня меня вез, это было необычно. Он, 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 не, он, не, выдержал... он не выдержал стоять, он всех обижал и кричал каждому, это именно сегодня. Но, что поразило, интересно, в Беларуси все очень настолько четко но люди как бы они они боятся на самом деле нарушать закон есть такая есть как бы и желание не нарушать свое но большинстве случаев они знают что за углом будет стоять милиционер еще который может остановить ну и как бы все четко по правилам потому что все прописано все знаки здесь не вид это можно увидеть знак не вед там какую-то разметку и <салянный> ну, высадить в аб абсолютно сторону де нормально дело в том что я удивился что люди ездят и они еще едет и они уступают друг другу они понимают другу не всегда понятно ну е... я беларусь убрать все знаки убрать гаишников я не представляю что там будет Потому что люди привыкли что это все есть знаете когда есть к-то там люди за людьми следят и к этой охраны они только в это их мотивируют вести приемным образом А если все это убратьчек сразу чувствует он смотрит в сторонам я эти свободно я могу я не знаю как это будет честно я а здесь просто никакого почти контроль но ну, он есть ну но... в не такой как там и люди все равно как тоже не ездят тут както не они солідарно то есть, есть кто-то выезжает прямо посередине дороги я вот ну як сам водитель белорусы бы как этоож здесь понимают люди что я б тоже был на его месте я б также вы дтреба понятие дуже треба у нас як головна у того кого пропустили да. все За что большое дякую, аварийчка, фафа, все, все, все задоволены, счастливы, краса на дорогу. Это на Америку похож, в Америке тоже, по-моему, на перекрестках, кто первый подъехал, так кто-то рассказывал друг, что он говорит, так я так стоял полчаса, <laughs> потому что... <laughs> Будешь стоять, никто не пропустит, особливо с другорядної. дороги на голову. На Глебовчицкий нужно уметь, например, договориться с водителем трамвая. Да, просто не повернешься. Ты домовився, помахав тебе кивнули, все, а повернулся и так далі. А, у Білорусі в дякують? Дякують. Ага, тобто. Mm -hmm. бачиш, це міжнародне правило. Я, як... міжнародне правило. Я, як... Тому що ми так здивували колись німця. Ми колись німця аварієчкою здивували, і він навіть попросив нас зупинитися і пояснити, навіщо ми йому так аварієчкою. <рес> треба допомога. Він каже, так це ж нормально пропустити когось на автобан. Для нас нормально, але треба аварієчкою. До речі, я хочу повернутися до того часу, коли ти почав писати, пояснюючи людям. Чем вы там занимаетесь и что все не так страшно? Найперше, про що самое найчастіше тебя запитували? Чем вы там занимаетесь и че правда бьетесь чолом чулом об стены? Про что запитывали? <реш> На самом деле сейчас, ну слава богу, как бы информационное так сказать время, когда люди могут читать. Люди обычно задают банальные вопросы, зачем нужно там пейсы носить, да, которых у меня как раз нет, потому что именно вот таких вот выделенных, да, то, что, потому что есть традиция у некоторых выделять, у некоторых это просто запрет состригать волосы с висков, это не специально надо их, чтобы они были там километровые до пола, но есть такая традиция у многих хасидов, как раз хасиды с этих мест, с Польши и с Украины, ну, выходцы, обычно задавали вопросы, у меня просто у папы был такой вопрос, он меня просто все время и смешил, и одновременно раздражал. Папа мне все спрашивал, говорит, ну вы же каждый день там изучаете одно и то же, да? Я говорю, нет, есть много, есть там столько Талмуда, его, я его не знаю, за жизнь успели его учить, да? Вот, и разные комментарии, есть хасидизмы, и там и кабала, и так далее. Вот, потом я говорю, ну да, молитвы, они каждый день мы читаем как бы одни и те же. Он говорит, вот, я сказал, что одно и то же. <laughs> То есть, как бы, такие вопросы просто в общем, как бы, ну, есть более, как бы, не сказать, вопросы, которые бы я не поднимал бы здесь, они очень, они смешные, но, может быть, даже не для эфира. Там такие классические вопросы про, там, супружескую близость, может быть, определенные, которые у людей есть стереотипы, опять же, они, а правда, там, Не знаю, стоїть ли об этом говорить, хотя ответы банальные вообще, на самом деле. до речі, багато стереотипів, і деякі з них були розвінчені а деякі ще більше ускладнили розуміння людей світських, які не розуміються на цьому. Взагалі, коли вийшов в один із серіалів про тих ортодоксальних євреїв, які проживають в одному з районів Нью-Йорка. Я не знаю, дивився ти його чи ні, чи чув про нього. Але тоді виникло дуже у багатьох більше запитання ніж від. после всего этого на самом деле это соответствует действительности то что там показано я этот сериал смотрел но дело в том что во-первых мы понимаем что есть кинематограф который украшает прекрасно и они да они обязательно это же надо повлиять на эмоции людей поднять какую-то проблему, утрировать ее. Но я не буду искать отговорки, как бы, потому что на самом деле они рассказали э, про жизнь одной из общин. Есть, понимаем, что есть э, много направлений внутри э, иудаизма, но есть даже об, есть общины, которые вот так принято вести определенным образом. Они а то, есть что община. Каждая община, может жить и по абсолютно разному, да? Ну как бы есть что-то общее, что неизменно, да, то mm -hmm. есть определенные традиции, которые неизменны. Но как люди одеваются? по-разному, ага. как они общаются с окружающим миром, тоже есть различные отношения, есть закрытые общины, которые вот просто развиваются внутри, они там женятся друг на друге плюс-минус и они э, даже пользуется кошерными телефонамипарятие кошерный телефон но ну, ну, не то что его можно кушать но так у нас вычка их все кошерно это обувесского ежа на кошер на самом деле это правильное это как бы еда кошерная это которая соответствует всем законам да то же самое это может быть кошерная одежда кошерный телефон телефон который в котором например там ограниченный интернет или вообще закрыто это может быть чтобы нечаянно не зайти куда не надо в Ну, тобто він просто телефонувати. Nokia Например. 3310, да. Да, у меня когда-то был. Uh, yeah, вот. Cool. Но на самом деле, да, но не все пользуются. Некоторые ставят фильтры на интернет, например, а этого достаточно. А есть те, которые там против, прямо публично ломали айфоны, там какие-то раввины. Но, например, я не принадлежу к тому направлению, которое ломает телефоны, и лучше бы мне дали. вот. ты, человек, которая публично, и музыкант, ты не можешь ломать айфона. Ну, просто... Да, но несмотря на это, конечно, приходится как бы опираться на самоконтроль все равно. То есть, конечно, в наше время и детям нужно осторожно давать смотреть. Я думаю, это не связано даже с религией. Вот. Поэтому есть сокрытые общины, и в них есть свои проблемы, на самом деле, всегда. И вот взяли, выделили эту отдельную проблему, ее подчеркнули, и вокруг нее сделали вот, это вот этот сериал, эту историю, историю какой-то жизни определенного человека. Я скажу, что я видел относительно недавно, ну, уже полгода назад, блог, я просто не помню, к сожалению, человека, потому что мне ссылку скинули, я его не смотрю. Но там блогер, по-моему, кстати, украинский, он в Нью-Йорке, он сравнил выходцы из общины вот этот, этот ультраортодоксальный и представителя общины, которой я принадлежу, это называется Хасиды Любавич. это место такое местечко на границе России и Беларуси, оттуда эти Хасиды вот я, я, в этом направлении как бы я тоже учился и как раз совершенно разные вот он задавал один и тот же вопрос, они совсем по-другому отвечали. Не то, что. То есть, например, у нас принято вот, наш лидер это Любавский Рэбби, резиденция которого находится в Нью-Йорке. И его был день его рождения, это вообще называется в Америке вы делали день, по день образования, если я не ошибаюсь. Его идея была заключалось в том, на самом деле, это идея иудаизма тоже, что это не только жить в какой-то закрытой общине, это влияет на окружающих, как бы нести какой-то моральной ценности, которая относится ко всем народам, а не только к евреям. И евреев есть свои заповеди, то есть это как внутренние, внутрисемейные, а есть многие вещи, которые люди, ну, евреи должны влиять на других положительно. В этом, наверное, заключается смысл, что вот, к сожалению, был там разрушен храм, и евреи были изгнаны из земли Израиля, и сейчас живут по всему миру, потому что она, и музыка как раз и мной была выбрана, потому что один из инструментов положительно влиять на, на, других людей. Так вот, я просто о чем говорю, что есть проблемы у всех и в, и в, каждой общине, но конкретно этот сериал говорит про конкретную общину, у нас немножко более, более все открыто, тоже есть свои ограничения 100%, но как бы сказать, по-другому. Вот. Можно встретить на улицах Нью-Йорка вот, Хабадников, это вот, представитель нашего движения, который на улице предлагает людям, там, евреям исполнить какую-то заповедь, какую-то конкретную, рассказывают про недельную главу Торы, может быть, встречают, э, если человек говорит не еврей, ему рассказывают про семь законов но, Ноя, есть такие семь законов Ноха, которые должны все человечество соблюдать. Это такие общечеловеческие законы, всем понятные. То есть, как бы, поэтому мы более открыты. Ну, и, власне, повернемось до музыки. Вот так перестребнем назад. Ты, когда выбирал э, напрямок музыкальный, почему именно этот? А какой у меня на тревог? <свят> Почему именно это направление музыки? Эм... Почему ты не стал играть, не знаю, там, на скрипочке, петь под фортепиано? Вот снова ты мифы, стереотипы. Да, Еврейский да, 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 да. хлопчик повинен играть на скрипочке. Да, ну, ну, при так, да, сдается. Чему ты... Почав власне той напрямок, який зараз просуваєш. І як до цього віднеслися? Всі і його як очі. ти його зараз називаєш? Регі, хасицький реп? Що це зараз? От зараз на що воно схоже? До, до, до речі, друзі, поки ми тут розмовляємо, ви можете в Ютубі знайти Пінхас і Айтюнсі, Спотіфай послухати. Тому що, знаєш, звучить це там реп, да? насправді там дуже крута музика і круті. Я, тексти. Я скажу, що тексти, оце це той випадок, коли я слухала музику більше, ніж тексти. тебе такая можливість. Поки давай, и рассказывай. Папа мой хотел, чтобы я играл на скрипке. Так, тут я вгадал. И, и ты грав на скрипке? Папа себе купил скрипку, ага. и она у него до сих пор лежит, и он еще mm -hmm. все надеется, что он научится. Это интересно. А ага, то, не ты, не вин, играть ты не вмешивался. Он увидел, что я такие не играю, он говорит, я сам это сделаю. <laughs> Я мой первый вообще инструмент на флейте. Но так это просто тоже случайно вышло. Я ну, на гитару хотел. кто ты умеешь играть и на флейте. Да, я на флейте играю, но поскольку как бы моя. Я люблю сочинять тексты на... и исполнять. На флейте как бы это такой соло-инструмент. Я использую иногда его просто в аранжировках каких-то, но к сожалению, невозможно играть на флейте и петь. Вот. И стиль. Э -э 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 -э. если взять тот который в стиле изначально я его назвал хасидкой рэги мне нравилась очень группа пятницы когда то и мне очень поражало что можно просто уйеть гитару и это обычно ассоциируется с какими то бардами да? бардовская музыка как бы не очень заходила мне но они через... используя гитару два человека поют и так смешно интересно и как бы люди эти культовые песни до сих пор меня просят если я где то выступаю я после своих песен на всегда говорят а солдаты сыграешь вот я... Просто банально, всегда знаешь, что нужно сыграть. Вот. И я тогда пытался через вот этот стиль, я взял просто интересный, веселый стиль. Никогда Рыги не слушал до, до сих пор. Ну, как бы немного. Я вырос на русском роке, потом на американском панк-роке. Ну, э, Ария рэ рэп... Живаете. рэпкор там блинки парк попро такие группы это последнее что я слушал перед тем как я пошел вишиву можно сказать поэтому оттуда рэп я рэпника никогда не слушал отдельно но именно речь чита тип мне очень нравился мне нравится как бы длинные такие фразы где много очень рифма одна на другой стоит и одновременно там смысл то есть не просто лишь бы что ты вкладываешь ты можно дуже богат туда речи помест Ну, подача, главное. Очень классно подавать. Я вот долго тренировался, мне не всегда получался именно рэп. А начал с регги, у меня мелодика, мне как-то так ложилась. И я под гитарку в Ешиве просто сидел. Все мои... У меня так получилось, что в той комнате, в Ешиву, которая попала, это был... Со мной жил оперный певец, который стал соблюдать, американец. С таким большим Он вообще большой такой человек, в прямом смысле высокий, с таким басом, басистым голосом. Потом человек для первом второе так скажем он тоже в конце концов стал вообще музыкантом поп рэп так сказать направление тоже как бы еврейского направления но если послушать вы даже не услышите может быть даже ничего еврейского там кроме если вникать смысла так как это вышло я не знаю почему виши в других комнатах люди жили занимались другим а у нас прямо три музыканта и который до сих пор каждый занимается музыкой поэтому скажете ці Я, Ріалів. Я просто коли сказав, що є в мене знайома людина, яка та читає реп, у, у всіх дійсно, знаєш такий стереотип: наркотики, дорогі тачки, і кажуть, а він афроамериканець? <laughs> я кажу: Ні, і, і, і показую фото, кажуть: ні, таке не може бути. <laughs> uh... дисонанс. Насправді, я думаю, що наркотики там і машини нужны кому-то, щоб добитися якогось определеного Там, Ну, коли е кажеш про е да, взагалі е у людей якось так: алкоголь, наркотики, тачки, дівчата, нічні клуби, <кій> сходки. Е ну, Свята да. згадала, як воно було в молодості. Десь в молодості воно й було. Зараз. Е що твоя музика зараз? Не скажу, что сейчас есть определенный, определенный стиль Я до сих пор ищу, но это некий Называл это смесь Дело в том, что сейчас много стилей смешивают и можно сказать, что остался, остался и хасидский регги. Что такое хасидский регги? На самом деле это сложно описать. Это некая лайт-рок музыка, в которой смешан, примешан немножко рэп, примешано там, э, э, так сказать, гитарное звучание, как в регги на слабую долю, да, какой-то определенный стиль исполнения, э, стилистика, то, о чем я пою, каких-то, может быть, я какие-то философию еврейскую вкладываю туда, интересные какие-то вещи, на самом деле. Вот. И есть хип-хоп, конкретно композиции, где чисто вот под под аранжировочку, я даже, я некоторые сам пишу, уже научился некоторые, я заказываю, просто зачитываю рэп, красивые, интересные. опять же, вот послушайте и вот сравните. мне вот интересно, когда человек слушает первый, никогда меня не видел, поймет ли он, что это связано, например, с... поверит ли он, что это исполняет, например, Равин, да, или человек, который связан с хасидами, или нет. так что это и регги, это хип-хоп, это э, такой рэп-рок, я не знаю. я, я называю это альтернативная еврейская музыка. Є чудова можливість, друзі, у вас це почути. Заходьте, шукайте, Пінхас, просто набирайте в ITunці, Spotify, в Гуглі, в Ютубі, де, де завгодно. І, власне, насолоджуйтесь. Що побажаєш всім киянам від себе зараз, у цю доволі вже такий прохолодну осінь? Музика навсідається согріває. Я буквально на днях написал песню на самом деле такая очень дымку высыл своим друзьям и это в беларуси одном музыкант он говорит выпустишь весной она очень такая светлая теплая я наоборот подумал это как раз зачем выпускать весной когда и так в принципе люди выходят на ули они как бы все пробуждается а вот сейчас когда становится холоднее холоднее мы слышим всякие такие вещи там кто-то не дай бог болеет это нужно дополнительная энергия на дополнительный позитив как бы одна из таких центральных вообще идет мои музыки это думаю хорошо все будет хорошо это принципе и высказывание хасидских реби но это как бы все знают что мысли они материалальны вот и поэтому я хочу быть пожелать всем тепла тепла тепло на самом деле приходит когда мы его создаем поэтому если человек заставит себе улыб улыбнуться например своему своим соседям своим коллегам друзьям с утра то в ответ человек который был угрюм он тоже подар ему улыбку но на Он почувствует это искренне. Оно так дальше пойдет и пойдет и пойдет по кругу, поэтому надо создавать это тепло, создавать этот позитив самим. То есть ждать, что кто-то тебя пришлет, это не нужно. Но добро всегда возвращается. Конечно, есть такой принцип, что добро не возвращается. Есть есть такие, которые мне говорят: ну делаешь что-то хорошее, а тебе в ответ никто не знает, когда вернется. Это не то, что ты сделал в ту же секунду тебе. Знаешь да, Однако главное не, ждать чего-то других. Нужно дарить тепло, позитив, добро друг другу и начинать. Первым, кто должен это сделать, это вы. Отже, тепла, я сподіваюся, было достатньо, И если вы увімкнете YouTube, Spotify, який так любить Хорнаухо, ви вы Нет, можете сп... знайти Пінхаса. Та, що ти кажеш, Spotify я не дуже люблю. Я люблю а Apple Music, мені подобається, ну, принаймні, крайней мені. Ох, ці Apple Man. Да. А в Ютубі, звісно, дивіться, ставте пальчики вгору. Можете ще світи не поставити теж. А, і, а, і дзвіночок, а, ось. дзвіночок. <ривіт> да, для того, Це, щоб що хочете подивитися, YouTube. що в нас новеньке виходить так. на канал. Вам завжди буде повідомлятися, якщо ви той дзвіночок будете натискати у себе на сторінці. Дякую за те, що були разом з нами. Традиційно побачимось і почуємось за тиждень у п'ятницю у Київ, Інтерактів. VIP. Світлана Василенко, Андрій Карнухов. До зустрічі, пока. Київ Інтерактив. VIP із Світланою Василенко та Андрієм Корнауховим. Крем дала Крем. Бо беду нашого міста щоп'ятниці о 21.30 на Київ ЕФМ та на нашому Ютуб-каналі. Київ Інтерактив.